И у нас в студии появился Сергей Сахаров, глава города Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Сергей Владимирович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я предлагаю начать с мероприятия, которое состоится в ближайшую субботу. Велопробег за здоровый образ жизни. Я так понимаю, что вы будете участвовать. Компанию вам составляет главный полицейский города Александр Разов, директор футбольного клуба. Скорее, я им составляю компанию. Давайте я сразу быстро подцеплю, времени мало. Эта идея родилась у всех присутствующих на волейбольном турнире, на открытом первенстве по пляжному волейболу. Ну, кто-то приехал на велосипеде, кто-то так пришел. И родилась идея, давайте прокатимся и отпопуляризируем активный образ жизни, здоровый образ жизни. Александр Всеволодович Разов был, были предприниматели, были велосипедисты. И вот обозначена суббота, 13 июля, 10 часов утра, старт от Соборной площади. Тот, кто хочет прийти пораньше, тот, кто хочет поучаствовать в пробеге, надо прийти пораньше, минут за 15, никакой регистрации не будет. Будет велопробег Владимир, деревня Якуши, это, значит, красивое озеро недалеко от Улыбышева, 22 километра. То есть нужно будет преодолеть в ту и в другую сторону 44. Не совсем большое расстояние для тех, кто занимался велоспортом, либо увлекается, соответственно, каким-то из видов спорта. Там будут шашлыки бесплатные, соответственно, волейбольные турниры и купание в озере. Так что всех приглашаю. Действующие лица – это Дмитрий Везьмикин, бывший капитан Владимирского «Торпеда», ныне главный менеджер с командой «Торпеда». Главный полицейский города, вы уже сказали, но я присоединюсь, многие предприниматели и известные люди нашего города. И у нас есть уже первый телефонный звонок. Ольга до нас дозвонилась. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Есть лестница от парка «Дружба» к школе номер 37. Лестница в ужаснейшем состоянии. Хотелось бы знать, будут ее ремонтировать? Нет, потому что были случаи, что дети падали, разбивались кровь, даже вызывали скорую. Оль, спасибо за еще раз напоминание про эту лестницу. Она у нас в плане работы. Я ее хорошо знаю. Она осыпалась, бетонная лестница осыпалась, в принципе, до основания. Сделаем в этом году. Спасибо большое. Татьяна у нас на связи. Здравствуйте, говорите. Татьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Тихо очень говорите. Я звоню с Юрьевца, и у меня такой вот вопрос. У нас тут на Михалькова заброшенная стройка уже лет 15-17. Там возведен фундамент, и дети там очень часто лазят. И в этом году, вот весной буквально, мальчик очень сильно пострадал. Он сломал руку, делали две операции. Куда нам можно обратиться, чтобы нам ее убрали? Это стройка у 42-й школы? Нет, это стройка около 5-го А дома. 5-го А по Михалькова дома. Да. Татьяна, большое спасибо за сигнал. Знаем о двух брошенных стройках в поселке Юрьевце, в том числе и о Михалькова 5А. Постараемся оградить и заставить подрядчика, кто получил от земельный участок, сделать специальные огораживающие, специальное ограждение, чтобы дети не попадали на стройку, и, соответственно, заставим его ускорить процесс строительства. У нас еще один телефонный звонок. Василий Соломонович, если я не ошибаюсь. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, Василий Соломонович. Значит, у меня вопрос такой волнует. И давно уже накипело на душе. Значит, вот я живу на улице Мира. И вот на этой улице Мира, значит, перекресток улицы Мира и Зеленый. Угу. Вот. Район магазина «Сад-2». Да, да, знаю отлично этот участок. Шестой дом. В общем, тут давно уже, я не знаю, законно, это незаконно, но тут, значит... Меняло? Стоят эти... Валютчики. Валютчики меняло. Ясно. Машину бросали, прямо на перекрестке. Вот это пятачок, значит, бросали машину прямо здесь. Я понял. Василий Соломонович, неоднократно этот вопрос задается. К сожалению, нет официального, законного, федерального воздействия на тех, кто занимается разменом валюты. Но Александр Всеволодович Разов неоднократно просил усилить внимание к этой точке. Это шестой дом по улице Зеленой и улице Мира, соответственно. Но сегодня тревожить не буду, а завтра... пятница завтра. Завтра в пятницу позвоню, а в субботу во время велопробега проверю, как исполняется наша с вами просьба. Ольга Николаевна у нас на связи. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. У меня вопрос по подземному пешеходному переходу около химзавода. Он в безобразном состоянии. Будет ли когда-нибудь он отремонтирован? Да, он остается в безобразном состоянии, хотя нам обещали его сделать в этом году.
Хотя обещали. Ольга Николаевна, спасибо за сигнал. Разберемся. Телефончик оставьте. Но вам и жителям города доложим об исполнении работ по подземному переходу химзавода. Дозвонился еще один телезритель. Игорь, говорите, задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Сергей Владимирович, какие мероприятия намерены по улучшению инфраструктуры парка 850-летия в этом году? Вот парк Липки в прошлом году кое-что сделали, говорили, перейдете в этом году на парк 850-летия, как бы середина лета, а ничего не сделано. Игорь, мы все свои усилия в этом году бросили на парк «Дружба». Выделяется 28 миллионов 400 тысяч рублей на благоустройство парка, на закупку аттракционов, на специальное ограждение, на закупку малых форм. Вот этот парк в Добром, где у нас проживает почти 100 тысяч человек, в Добром, в юго-западном районе, где проживает почти 100 тысяч человек, он был брошен с советских времен еще. Поэтому сейчас тренд поменяли в этом году. 28 миллионов 400 мы отдаем на этот парк. Следующим решением, как возможное использование, это будет, безусловно, наш городской парк, парк 850-летия. В ближайшее время проведем депутатские слушания, и комитет градостроительства заслушает вопрос, связанный с реконструкцией и восстановлением парка 850-летия. Это будет в июле месяце. У нас еще один звоночек. Роман Вячеславович, я вас попрошу коротко, потому что времени эфира осталось очень мало. Да, я хотел бы такой задать вопрос. Когда наконец-то откроют улицу Урицкого, потому что очень много приходится по ней ездить и приходится очень много бежать из-за того, что она закрыта. И, наконец, пусть перепроверит еще раз дорогу на турбазу «Ладога». Она как бы была сделана, но столько осталось ям, что просто приходится то же самое бежать. Угу. Роман Вячеславович, огромное спасибо за Урицкого. Знаете, что у нас на Урицкого произошло обрушение грунта. Сейчас ведутся восстановительные работы. Я не буду врать, не назову точную цифру, точную дату открытия улицы Урицкого. Это преждевременно. Слишком сильный был обвал, и те работы, которые были сделаны, они должны выстояться, фундаментно-бетонные. По турбазе «Ладога», по направлению на «Ладогу» огромное спасибо. Посмотрим, изучим. Спасибо большое, Сергей Владимирович. В следующий раз в четверг пообщаемся с нашими телезрителями. И, как всегда, я напоминаю, что Сергей Владимирович у нас остается еще в студии. И в течение, да, минут 20 можно задавать вопросы. В течение 20 минут можете звонить и задавать вопросы, он обязательно ответит. Спасибо большое. До свидания.